Всем привет! Мы сейчас находимся на территории Хабаровского водоканала. Тут, в принципе, открытые были ворота. Я зашел, и вот рядышком у нас Амурские Зори, жилой комплекс. Прям такие массивные достаточно строения, как раз на берегу Амура. Берег Амура, вот он. И сейчас предлагаю немножко прогуляться туда, к Амурским Зорям. Там открыли все, и можно спокойно ходить. Не могу сказать, что это прям, ну, стоит сюда специально ехать, чтобы здесь погулять. Но вдруг вам захочется, то это всегда пожалуйста. Вот от набережной к Амурским Зорям идет такая огромная лестница. Я думаю, что со временем ее просто закроют, и она будет недоступна для простых жителей Хабаровска. Ее, у каждого, наверное, будет свой ключ. Не зря же здесь такие ворота поставили. И, соответственно, люди будут, только те, кто живет здесь, попадать на набережную. Ну, вообще, довольно-таки массивное сооружение. И сделали его. Я даже не знал, что здесь есть такая лестница. Такой спуск. Сейчас на Амур немножко взглянем. И вот уже сам подъемчик. Особо хвалить Амурские Зори, конечно, я не вижу смысла. И так все, наверное, знают, что здесь очень дорого все. И место такое действительно престижное. Вот сейчас сниму высоточки. Тут несколько высоток стоит и строят еще. Ну, как видите, уже готовность достаточно высокая всего этого дела. Уже многие живут здесь, машины стоят. И сделаны всякие разные уже такие вот дорожки. В самом начале есть детская площадка, но еще пока не установлено. Все лежит просто на земле. Ну а вид, конечно, отсюда потрясный. И на Амур, и на храм, и на площадь славы. Вот мы уже на самом верху. Видите, прямой отсюда вход на площадь славы есть. И еще сделаю одну панораму. И буду заканчивать. Всем пока. Вот как это выглядит с самой площади славы.